Судно, застрявшее во льдах Печоры, прибыли в Нарьян-Мар. Буксиры «Приморские» С-27 с баржами пришвартовались в лесозаводской Курее. Судно прибыли в город без происшествий. В целости доставлены 19 человек и 26 единиц техники. Напомним, теплоходы «Приморские» С-27 с двумя несамоходными баржами по пути в Нарьян-Мар застряли во льдах Печоры в районе Республики Коми. На выручку теплоходов из Нарьян-Мара направлялись 5 судов различного класса. Но все они вернулись обратно, не добравшись до цели. Росморречфлот рекомендовал судовладельцам эвакуировать людей и поставить суда на зимний отстой. Однако предприниматели из Нарьян-Мара решили продолжить операцию по вызволению теплоходов. 6 ноября из Архангельска прибыл атаман Ермак, разблокировал застрявшие во льдах суда и повел их в пункт назначения.